Кадыржан Абуов – уважаемый ученый и исследователь, посвятивший свою жизнь науке и образованию. Профессор, который совмещает науку и преподавание, выпустил более 300 научных работ. Из них более 10 монографий, исторические и политические словари. Такие книги, как «Абылайхан», «Кубайдулла Султан», «Шукан Уалиханов», «Сибирское ханство», «Кенесары хан», «Науан Хазрет», «Освоение Целины», общественные и государственные деятели Акбулинской области уже успели завоевать читательскую симпатию. И вот очередной сборник, посвящен хану Уали и его потомкам. Некоторые говорят, что он был слабым ханом, и незачем писать книгу о нем. Это недоразумение. Уали был ханом в течение 40 лет. В то время, после смерти Аблайхана, политическая жизнь сильно изменилась. Конечно, он не был таким, как Аблайхан. Однако, на протяжении 40 лет он возглавлял страну и создавал большую семью. Его сыновья Шокан и Шингы составили след в истории. Книга представляет собой историческое произведение, которое состоит из 220 страниц и 6 глав. Она основана на истории Уали-хана и предков, которые строили казахское ханство. Произведение содержит богатые исследования об обычаях и традициях кочевых казахов в конце 18 и начале 19 веков. Рассказывает о колонизации казахской земли русским правительством и формировании Кокшетауского района. Я действительно счастлив сегодня. Кадыржан Абуов – выдающийся историк Казахстана. Я знаком с ним давно, его труды замечательны. В советское время историки не могли писать правду. Сейчас, к счастью, живем в суверенной стране, и у Кадыржана есть возможность выпускать книги об истории нации и о стране. Автор, прежде чем выпустить книгу, собирал достоверные исторические сведения из архивов России, области и города. Произведение предназначено для школьников, студентов и учителей истории. Книга также будет полезна для каждого читателя, который интересуется историей казахского народа. Анель Бисенбаева, Гульбикет Казаермек Махметов, Шукан Таукиев, Кокши Акпарат.